На сегодняшний день для получения номинации необходимо заплатить 206 миллионов. 8 миллионов мы заплатим своими деньгами за счет текущих платежей, 198 миллионов мы попросили в городском бюджете. Всего общая сумма, которую сегодня вам выделили, 190? 100 миллионов дополнительно по программе включили 200, на сессии выделили 100. Всего 200? Смотрите, вы запросили 200, вам выделили 100. Ну, у нас 100. Выделялись деньги по предыдущим решениям, поэтому с учетом выделения денег предыдущих решений сессии, соответственно, сумма 198 миллионов у нас будет в наличии для того, чтобы оплатить за номинационный ход. То есть, когда мы выделили 100 миллионов, у нас будет 198? Да, совершенно верно. А СМИ, я так понимаю, понимают, что голосовали за 200 миллионов. 215. У нас, смотрите, у нас было решение сессии июньское на 142,7 миллиона. Из них нам было выделено этой же решением июньской сессии 27,5 на закрытие долгов по заработной плате, которую мы оплатили, и осталось нераспределенным по бюджету 115 миллионов. Поэтому 115 миллионов выделили финансирование под решение сессии июня, и 100 миллионов дополнительно выделили отдельным решением для дофинансирования номинации. Сегодня у нас 100 миллионов. Так же, как по зарплате там все получают данные. Значит, на этой неделе будет выплачена зарплата за август месяц. То есть все, и вот этих вот денег, которые выделят, вот. Ну, у нас вообще по программе энергоэффективности, которую вы пункт голосовали, там предусмотрено увеличение программы финансирования на 200 миллионов. Поэтому нам нужны будут еще деньги. Еще? Да. Какая часть из выделенных денег пойдет на погашение всех долгов? Основная часть, то есть из выделенных 100 миллионов на этой сессии, 80 миллионов пойдет на погашение природного газа. Не можете сейчас сказать, с учетом выделенных денег из городского бюджета, как продолжается подготовка к отопительному сезону и есть ли риски того, что может быть начать не? Рисков нет, к отопительному сезону мы будем готовы.